particularly our priorities are focused around four main areas. Наше производство базируется на четырех основных принципах. Первый – это безопасность. Также это конкурентоспособность и ценовая эффективность. Также легкость, простота в техническом обслуживании вертолетов. И также производительность вертолетов, чтобы легко справляться с миссиями и задачами, которые ставятся каждый день. Наша политика позволила распространить продукт практически по всему миру и успешно контролировать стоимость и цену не только нашего продукта, но также и, конечно, продукт. Также политика Airbus Helicopters предусматривает очень легкий рост стоимости продукции. Также Airbus Helicopters помогает своим клиентам спрогнозировать расходы, чтобы можно было построить грамотные бизнес-модели и правильно увидеть стоимость эксплуатации в будущем. Также очень много усилий мы вкладываем в развитие планов по техобслуживанию всего нашего модельного ряда. Например, вертолет H-125, который многие знают как AS-350, легкий однодвигательный вертолет, стоимость прямых расходов на техобслуживание нам удалось сократить на 8% за последние 5 лет. Это с учетом того, что за последние 5 лет также происходила инфляция.